Наша страна организовала и успешно проводит кадровый форум, который является крупнейшим в мире. Через эту систему прошли уже более 1 000 000 человек. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин на встрече с победителями 5-го конкурса управленцев «Лидеры России». Президент поздравил участников встречи с их результатами. Но и по словам главы государства, об успехе конкурса свидетельствует следующая цифра. 470 его выпускников работают на высоких должностях в федеральном центре. Среди тех, кто прошел через сито отбора лидеров России, главы муниципалитетов, сотрудники крупных компаний, мэры городов и даже сенаторы. Победители конкурса рассказали президенту о своих успехах и поделились интересными идеями. Одна из них, в частности, касалась привлечения средств в значимые для страны инновационные проекты. Но Владимир Путин напомнил, что этим успешно занимается фонд прямых инвестиций. Как уже все тут говорили, РФП очень много делает. И несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать за рубежа, даже в новых условиях, в современных, на удивление, демонстрирует не просто выживаемость, а демонстрирует результаты работы, привлекая и такие инвестиции серьезные, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике. И главное, что все получается, несмотря на все сложности, еще раз повторяю, которые вам пытаются создать. И в значительной степени это, конечно, происходит благодаря профессионалам самого высокого ранга, которые Дмитрию Кирилловичу удалось там собрать.